Ульяновск вернулись финалисты Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В этом году честь 73-го региона защищали кадеты Димитровградского технического колледжа. Это право они завоевали в ходе регионального этапа. Финальные испытания прошли недалеко от Одинцова, на территории парка культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот». Командам пришлось выполнить 5 заданий, одно из них на огневом рубеже. Бежит один человек, разбирает автомат, снаряжает магазины и 5 патронов выстреливает. Передает эстафету, бежит следующий. И так 10 человек. В итоге команда заняла 21-е место среди всех российских регионов и 7-е в Приволжском федеральном округе. Молодцы. Есть, конечно же, отдельные результаты очень хорошие в отдельных конкурсах, там, где мы в десятку входим. Но я еще раз говорю, что на следующий год должны поработать. Кроме конкурсной программы была и образовательная часть. Финалистам показали мастер-класс по топографии и инженерной подготовке. А еще они посмотрели спектакль по мотивам поэмы «Василий Теркин».